Инстаграм подписчикам и гостям. Я Джетли, и сегодня у нас с вами будет маленький рум-тур. Тут еще дождик идет. Вот, по моему дому в деревне. Короче, я понимаю, что не видно на эту часть террасы. Там баня, летний домик. Сам дом, да. И типа двор с сараем. Вот это вот сарай. Вот, сейчас мы зайдем внутрь. И, ну, я оттуда только вышла. И я вам расскажу, что у нас тут есть. Вот тут есть золотые шары. Это раньше был какой-то цветок, который охеренно пах ночью. Буля. Буля чилит. Чилит в деревне, да? Да, чилит. Короче, это терраса. Тут у нас обычно всякий движ происходит. Ну, типа хавки. Тут мое место на лавке. Булка чихает. Буля. Я ее помазала от клещей, поэтому у нее на затылке такие лохмы. Давай тебя почешем. На двери у нас я рисовала, не знаю, сколько мне было, слона мелом. Он до сих пор остался. Сейчас мы быстренько минуем. Тут тоже прихожка. А раньше террасы не было, это было типа террасой. Буфет. В буфете иногда можно найти самые необычные вещи. Давайте откроем, посмотрим, что там есть. Какие-то должны быть конфетки, печеньки. Зайду сейчас в комнату, чтобы никого не напрягать потом. Это Моня. Вот он лает постоянно. Тут бабушка спит, там я сплю. Тут у нас печка. Кошачий сортир на случай, если Булке ночью захочется в туалет. Мы ее просто, эту дверь закрываем, и все. Тут комары налетают. Вот у меня там вязание. Вот там вязание. Сейчас покажу, что я вяжу. Иногда таких медузок ебаных. Ну, тут я навязывала, типа, в первый раз дополнительную фиговину. Вот, и так они вот так вот идут. Вот. Тут мои краски, мой этюдник маленький. Немножко всякого для фотографий, для косметики. Мне клип снимать вот сегодня-завтра надо. Сегодня снимем. Я надеюсь, что дождя не будет. Тогда сегодня снимем. Тут у нас красный уголок. Peace. Тут у нас кухня. Еще вот такая вот веселая плита. Не знаю, как они ее сделали, как-то сделали. Два кусочка мяса со вчерашнего шашлыка. Компот. Умывальник. Он работает вот так. Канализации у нас нет. Далее. Тут всякие кастрюльки стоят. Всякие крышечки, крупы. Ну, в такие банки мыши не забираются, если что. Тут у нас два ведра с водой, которые надо таскать. Холодильничек. На холодильничке магнитики. Тут кисуля. Называется светелка. Тут, видите, да, тоже вещи навалены. Девичий виноград. Мыша, аккуратненько вылезем. Тут всякие тазики, в них стираются вещи, там у них можно умываться. Дом-сортир. Если кому интересно, вот сортир — это вот такая вот херня. Вот, далее тут просто двор, сушилка, пару лестниц. Я вижу, что-то новое у нас из лестниц. Тут раньше был умывальник, я в нем умывалась. Меня шутили охуенные шутки, и я не могла сдержаться. Вот тут прям на этом месте, между прочим. Умывальник такой, знаете, с папочкой. Курятник и сарай. Чем-то пойдемте. Тут раньше висела фляга. В ней кучковали шмели. А там в конце, вот тут вот, жили куры. У нас было две курицы. Но курятник, разумеется, не под них строился. Мы с ним дом уже покупали. Тут всякая фигня, типа самоваров. Он, кстати, электрический, по-моему.
Вот есть даже клетка, я не понимаю, для кого эта клетка, но мы использовали ее для мышей. Вот. Странная очень клетка, правда? Типа стекла с 4 или 5 сторон. С 4 сторон. На потолке тоже есть. Хер узнает, зачем она такая нужна. Но явно не для змей. А там чердак. На чердак я не полезу. Видите, тут нет лестницы, а по этой дверке взбираться что-то мало приятного. Давайте попробуем зайти сюда. Вот. Тут, как вы видите, есть комната, которая для байков, для великов. Вот. Тут байк стоит. Ну, тут раньше был коровник. И там тоже комната. Там мы храним дрова. Тут всякая всячина. Вот, видите, светелка типа. Всякие шмотки валяются. Санки. Меня жрут комары. Тут вот эта фигня, она для сбора яблок и груш. Но сверху должна быть еще желтая штука с зубцами, чтобы в нее грушу собирать. Чтобы она не просто падала, а прям в эту штуку. Тут есть ящик, вот этот вот, синий. Надеюсь, вы его сейчас так видите. Это клевый ящик, в котором лежат игрушки, кстати, лампа деревянная. И всякие садки для рыбы. Я очень тоже люблю рыбачить, но, к сожалению, где-то моя удочка просралась. Вот в этом ящике лежат игрушки, всякие Барби, тут качели у нас висят в сарае, если вы их заметите. А типа, знаете, на выход качаться и вовнутрь. Очень удобно в дождик, да. Красиво выходим. Что ж, надеюсь, я немножко уняла ваше любопытство по поводу того, где я живу иногда летом. Вот. И на этом, я думаю, с вами попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр. За эти пару минут, что вы были со мной. Всем хорошего настроения, всем удачи, всем пока.